Команды Tarona Records и все финансовые премии и все остальные вопросы решалось всегда нашими шефами. Совершенно верно. Но можно, конечно, сказать одно, что премия Нихол была предтечей к тому, чтобы мы получили заслуженных артистов. То есть тогда нас уже заметили и тогда уже понимали, что мы влияем. Мы являемся частью талантливой молодежи. И мы действительно вносим вклад. Эта премия была придумана отмечать молодых, талантливых исполнителей. Вот. И мы попали в этот первый, более-менее беспристрастный, без вот этих всех, естественно, покупочных уже дальше регалий. Мы попали именно в первую волну. Это было действительно, как вам сказать, неподкупная премия. Заслуженная награда, что, естественно, послужило уже к тому, чтобы мы получали и заслуженных. Заслуженно.